Опять всем привет. Хочу записать видео о ограничивающих убеждениях. Смотрите, да, я сейчас как ежик в тумане, да? Вышла куда-то на поле, тут вообще туманище такое, страшно, ничего не видно. Ну и пофиг. Слушайте, жизнь нам все время подбрасывает шансы. Шансы. И все зависит от того, сможете вы использовать шанс, который вам дает жизнь, или нет. А шансы, они все время приходят. Если вы на что-то готовы, жизнь вам будет подбрасывать. Будет подбрасывать людей, будет подбрасывать какие-то объявления. Вы где-то что-то услышите. Они будут приходить. Слушайте, я когда-то даже на Северный полюс попала. Только из-за того, что использовала один шанс, который мне выпал в жизни. Так что вот так вот, дорогие мои, я и полярную ночь видела, пережила, и северное сияние видела. Чего только не видела. Да, и ребенка привезла с крайнего севера себе. Вот такая вот судьба. Слушайте, так что шансы нужно использовать. А что нам не дает использовать наши шансы, которые нам приходят, которые нам жизнь подбрасывает? Наши ограничивающие убеждения. Например, я вот с этим борюсь уже несколько лет, и у меня практически уже ничего в башке не осталось из ограничивающих убеждений. Но я все время поражаюсь тому, что рассказывают люди, что говорят. Например, вот одно из последних, да, парень на работе молодой, симпатичный, говорит: я, говорит, на работе никогда не заведу отношений, потому что, ну, это типа стрёмно, все такое, да, могут быть проблемы и все такое. Бред, конечно, сивой кобылы, да, потому что где в определенном возрасте людям заводить отношения, как не на работе, да, тем более вокруг много молодых девчонок, бери, пользуйся, тем более девчонки тоже проявляют желание, да, к парню, а он нет, вот, он там что-то свое решил, там где-то на дискотеках будет знакомиться, еще где-то, и вот уже пару шансов, очень хороших, неплохих шансов, вот у меня на глазах просто тупо просрал. И вот, еще, да, какие шансы, например, человек недоволен своей работой, но немножко такое сцикло, да, и вот все время там где-то слышит, да, там работа, там людей набирают на какое-то там место, да, там где-то можно сложить свои документы, попробовать шансы, а человек такой: нет, лучше вот на старом, радуйся тому, что есть, да, знаете, как там говорят, я помню, мне когда-то тетя, Я работала в одном месте, и так мне страшно не нравилось, я уже сидела на антидепрессантах, а она мне говорит, значит: ой, держись место, дорогая, потому что такая безработица. Ой, вот уволишься здесь, а вдруг не найдешь. Ну, еще мало того, что у меня депрессняк, да, она меня еще и запугала тем, что вообще, блядь, перспектив никаких нету. И вот про что я. Шансы везде. Смотрите, ловите. А в первую очередь нужно убирать у себя из головы вот эти вот ограничивающие убеждения. Они к нам приходят с детства. Чаще всего нас родители и бабушки, дедушки учат. Да, вот там. Ой, про деньги очень много, да, что все деньги богатые все там злодеи, первый миллион там нужно украсть, там все девчонки шалавы, а там кто курит, вот, проститутка. Да, это же все вот оттуда, это все ограничивающее убеждение. Я вот сейчас даже наобум не смогу много вспомнить, да, потому что я уже из себя, как глисты, бляха, этих тараканов повыводила. И вот, что, например, вот еще одно, мыться только в субботу, да. Был тоже такой прикол. Что там? Ну, много всего, да. И шансы, они когда их Бог подбрасывает, я не знаю, кто их подбрасывает, наверное, Бог. Я вот так себе придумала. Бог подбрасывает шансы, да, вот под ноги, а мы не берем. Слушайте, у меня даже была такая ситуация. Я сильно хотела бриллианты. Это было год тому назад. Вот такая похожая погода была, только снег выпал. Пошла гулять и нашла кучу денег под ногами, да. Я потом написала об этом в интернете, там, под одним видео. Там, вот про эти всякие были. Видео было, да? Я написала свою историю. Блять, как меня забанили. Что вот там кто-то может эти деньги себе на операцию. Что мне надо было пойти куда-то отдать их. А я себе решила так: слушайте, блять, это Бог мне попросту подарил бабки на мои бриллианты. Да, вот которые вот здесь сейчас у меня в ушах. Здесь вот на пальчике блестят. Да, еще теперь хочу кулончик. И вот, это был мой шанс, да, я могла просрать этот шанс, я могла эти деньги выдать на ремонт, да,
на, ищу какую-нибудь херню. А мне как раз тогда хотелось бриллиантов, я решила, что это мне Бог дал на бриллиант. Я свой шанс использовала. Вот так вот. И никто меня за это не наказал, все. Вот не надо придумывать и мне там писать, если что, в комментариях, сука, удалю, забаню, заблокирую. Так, еще какие шансы бывают? Вот, шансы они везде, слушайте. Я помню, я поехала сама на эротик-шоу. А, классно было. Стриптизы показывали, все такое. А в автобусе увидела, что парень тоже с навигатором мечется. Поехала на автобусе. Вообще не знала, как дойти до хали, где было это эротик-шоу. Да, там были две сцены, там показывали стриптизы, продавали всякие вибраторы. Ну, прикольно было. А я одна, и смотрю, парень один мечется с навигатором. Тоже ищет дорогу. Я подхожу, спрашиваю. Говорю, ты это, что, тоже, наверное, на это, на эротик-шоу? Он говорит, да. Я говорю, слушай, говорю, я одна, ты один, давай попрем вместе. Ну и вот мы с ним пошли, так прекрасно провели время. А он был японец, студент, японский студент. Ой, учится вот здесь, в Германии. И просто мы с ним пообщались, он много интересного о себе рассказал. Я о себе. Мы вместе сходили, поели, когда было голодно, когда проголодались. Каждый за себя заплатил. Просто я использовала этот шанс. Так могла бы ходить, мне было бы скучно. Искала бы с кем бы пообщаться. А так сразу же еще в автобусе склеила парня. Мы потом расстались, ничего не было. Я даже не взяла у него номера телефона. Сказала до свидания, было приятно и все. Так что шансы везде, везде можно познакомиться. Так как женщины говорят, что мужчин нету, негде познакомиться. Везде. Везде, вот даже вот на прогулке я могу идти, какой-нибудь мужчина будет с собачкой идти, и можно поздороваться и поболтать. Так что, слушайте, ловите свои шансы, да? А вот так я также сам купила машину, да, хотела машину, и вот иду возле как-то там механика стоит машина. Подошла, спросила и купила сразу же. Первая машина, которую я увидела, я ее купила, оказалась супер. Да, я использовала момент. Момент, Бог мне дал эту машину. Я сейчас смотрю, подружки ищут машину. Говорят, что ну, вообще нереально купить машину, да, с хорошим пробегом, в хорошем состоянии. А я говорю, вот мне вот, я купила за копейки, у меня пробег был 44 тысячи на машине, почти как новая. Ой, так что вот так вот, ловите моменты. Вот я сейчас тоже буду идти и что-нибудь словлю. Давайте, пока.